Разве же мы ездим в отпуск, не думая заранее, что мы там будем делать? Как предпринимателю Forever, вам не стоит начинать понедельник с вопроса «что делать?». Вам нужно заранее потратить время на анализ краткосрочных целей и шагов, которые позволят достичь среднесрочных целей. И каждую неделю вам стоит развивать все стороны своего бизнеса. Розница. С кем на этой неделе вы говорили о продукте? Делитесь продуктами с новичками, общайтесь с существующими клиентами о следующих заказах, приглашайте гостей на презентации продукции, участвуйте в выставке. Подписание. С кем вы говорили о бизнесе на прошлой неделе? Планируйте свою деятельность на каждый день. Для небольшого бизнеса старайтесь поговорить от 2 до 5 контактов каждый день. Для полноценной карьеры Forever старайтесь поговорить от 5 до 10 новичков каждый день. Создание команды. С кем из партнеров вы общались по бизнесу на прошлой неделе? Думая о результатах прошлой недели, нам становится понятнее, что делать на этой неделе. Дополняйте свой список новыми именами, назначайте встречи один на один с кандидатами или приглашайте гостей на групповые презентации. Личное развитие. Что вы делаете, чтобы постоянно расти и развиваться в бизнесе? Читайте о продукте, посещайте местные мероприятия, общайтесь с ментором или спонсором. По мере роста команды вам необходимо оставаться спонсором команды и ментором для партнеров, помогая им достигать их целей и следовать бизнес-циклу. Уделяя внимание планированию каждой недели, вы повышаете результативность своей работы и помогаете себе достичь своих целей.